Привет! Еще год назад эта заброшка блестела и переливалась в лучах солнца своими зеркальными синими панелями. А сегодня наш синий зуб, как его принято называть в народе, превратился в скелет. Ссылки на предыдущие ролики об этом месте я положу в описании. Как мы видим, работа по очистке от внешней обшивки выполнена на совесть. А вот мусор на этажах кое-где лежит большими кучами. На данный момент на территории тихо и безмятежно. Конечно, у любопытных граждан появлялось много вопросов о процессе реконструкции. Например, почему убрали старый забор вокруг объекта и поставили новый, или про способ разбора стеклянных панелей здания. Те стеклянные плиты, которые считались визитной карточкой «Зенита», оказывается, весили более 100 кг каждая. А учитывая утверждение, что эти панели продать было невозможно, их просто решили придать свободному падению. Вот и ответ, почему так быстро здание лишилось стекол. В общем, ждем продолжения работ и надеемся, что здание наконец-то достроят. А сроки, напомню, были поставлены конец 2022 года. На этом на сегодня все. Всем удачи и до новых встреч!